Добрый вечер, дорогие друзья. Что же мне не спится, да, скажете вы? А дело в том, что я наткнулся на один туториал на китайском языке. Я сейчас беру циркл, видите? Так, и включу вам это подсказки. Тут я уже поставил 5 вертикальс, то есть на 5 он разделил, все прекрасно. Так вот, этот китаец, у него, естественно, блендер на китайском, мама моя, женщина. Это так же, как вот на русском блендер, да, я ничего не понимаю, что люди пытаются мне донести. Перевод дебильный совершенно, да, и непонятный. А теперь представьте еще иероглифы, да. Но там был очень интересный момент, и мне прям вот соскочило из постели, думаю, я найду. Я найду. И значит так, он делал звездочку, да, казалось бы, ну что звездочку делать-то простое, проще простого, да, мы сейчас скажем, перейдем в объект Edit Mode и скажем, что у нас subdivide. Вот, пожалуйста, subdivide, да. Мы вот это выделим, казалось. Ну а что? Сейчас S. Вот вам звездочка. Прекрасно. Пользуйтесь, да? Но проблемка в том, что как только мы выделим эти все точки, B. Вот так раз, выделили, да? И, допустим, ладно, F я все. Но у него придумалось как-то так, что они все разделились на вот эти вот ребра. И я искал, 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 искал. Думаю, боже мой, ну где? Вот же ребра, да, и ничего не понятно. Но потом я прочитал вверху, слава богу, английское слово face. И между вот этим и вот этим есть какой-то покефейс. Ну, там английский, не английское, а там китайское название. Раз. Фу. Вот оно. Слава тебе. То есть эти вещи надо находить, ребята, чтобы вы. Конечно, я мог бы взять сейчас этот ножик и порезать вот эти грани и сказать, ну все, нет. Это не то. Надо искать эффективные вещи. Ну, теперь давайте уже доделаем эту звездочку. Я посмотрю сейчас, как он там дальше делает. Может быть, упусть опять что-нибудь. Ну и вот тут китаец, конечно, лажанулся. Он действительно начал резать. Но зачем резать, когда есть Ctrl-R? Да? Ctrl-R. Ага. Лажанулся. Нифига не лажанулся, гад какой, а. Он не работает здесь, Ctrl-R. Да? Хитрый китаец. Так, ладно. Я уже забрался тут. Смотри, какой я умный, да? Нет, это нам не надо. Мы удалим verticals. Опа. Мы удалим, скажем, там, dissolve. Вот так, лишнее. Хорошо. Теперь давайте сделаем. Так, аж неудобно стало. Так, давайте двигать теперь наверх. G по Z. Вот мы выделили звездочку. Вот так, да? Вот так. Ну и потом. Все-таки я его обдурю сейчас. Я возьму вместо ножика бисект. Вот этот. Бисект. Он как? Надо грани выбрать все. L. Ну, ребят, L, да? Потом берем вот этот вот бисект и делаем так. Можно тут ши зажать? Или что-нибудь такое, чтобы дало нам 100%. Тут у меня. Я зажимаю shift, он не работает здесь. Ну ладно. Есть. И мы можем теперь двигать туда-сюда, да? Ну ладно. Так, и делаем еще один. Опять грани выделяет, да елки. И опять применяем этот самый бисект. Если я возьму сейчас нож, он же, наверное, не прорежет до конца. Ну, давайте проверим. Нет, прорежет. Если вот возьмем просто К, вот здесь и скажем, ну почему вот он не реагирует на это, на shift.
Любой нормальный человек нож реагирует на shift. Так, эти же как назло. Ну вот так. Сделаем и опустим немножко. Вот так. Ох, китайцы, китайцы. Так. Теперь мы берем вот этот. По идее, если мы опускаем это дело, ну-ка. Так, если мы опускаем GZ, то вот такой должен быть, ребрышко такое должно получиться. Ну, все вполне меня устраивает, все хорошо. Так, спасибо китайцу. Ай, господи. Насмеяться можно. Теперь давайте выберем вот этот. Так, в чем дело? Это не надо, да? А, вот в чем дело. То есть мы выделяем вершину и опускаем ее чуть-чуть. Z по Z. Вот так. Все это здорово. Ну вот что тоже мне странно, ребята, когда используют, допустим, я сейчас вам покажу странности этих товарищей. Почему, может быть, раньше были такие версии, которые не позволяли это делать? Ну, ведь просто мы сейчас возьмем Shift A и скажем, нам нужен не циркл, нам нужен цилиндр. Почему нельзя из цилиндра это все делать? Я понять не могу. Мы сейчас увеличим до 3, радиус до 2 метров, допустим, да, вот так. А то и больше. Ну, у нас тут звездочку надо сюда. И как мы уже сколько раз делали, мы берем здесь сейчас вот это выделяем, этот полигон выделяем, берем и двигаем. Вот такое у нас кольцо будет толщиной, допустим, да? Да, достаточно. И Edge Bridge. Все, дырка готова. Теперь опускаем. Так, вот этот объект мод, мы говорим S по оси Z, и вот так вот сокращаем его, все. Далее, почему нельзя вот все время пользоваться, может быть, он не работал тогда, зря я ругаюсь. То есть, как бы, сейчас я возьму этот. И выделю вот здесь. И скажу Ctrl-R. И скажу 2. И скажу S по оси Z. Вот так расширяю. Все. Далее выбираем вот эти полигоны. И вот эти полигоны. И говорим Extrude E. И говорим S. Все, все пошло. Все пошло прекрасно. Вот, вот так вот выделили. Это даже многовато. Но смотря, что мы будем применять сейчас. Если мы применим к этому модификатор Subdivision, то ясно, что мы получим вот такое. Такое нам надо и в то же время не надо. Мы посмотрим сбоку. Да? И здесь тоже ребра. Ctrl-R. Двигаем сюда. Еще раз. Ctrl-R. Двигаем сюда. Я что-то не понимаю. Почему они отказываются от этого введения таких вещей? Еще раз Ctrl-R. И вот так. Так, сейчас мы и вот здесь вот уже должны выбрать. Ну что такое?
Вот эти вот нам нужно. Почему нет? Ctrl-R. Вот. И сводим сюда. Хорошо. Здесь тоже. В чем дело? Ctrl-R. И сводим сюда. Также и здесь. Ctrl-R. Наверх. Подтянем. И здесь. Ctrl-R. Вниз потянули. Ну и все, ребят. Вот получили то кольцо, в которое мы будем вставлять эту звездочку. Посмотрим. Берем все. Видим, что как бы слишком толстый, да, получилось. Ну ничего страшного, мы сейчас можем взять вот это вот, вернее, вот это. Плюс. Да. Так, и это. Нет, нет. Это я помню, вроде хитрая такая штука есть. Чтобы расширить это, то ли Ctrl плюс делается. Да, Ctrl плюс. Вот так. Точно. Ctrl плюс. Давайте еще раз. Ой. Вот это сделаем, да? И Ctrl плюс. Раз, два. Есть. Даже три, наверное, можно сделать. Три. Окей. Здесь то же самое. Нет, не то же самое. Вот так. Ctrl плюс. 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 А это вот в минус надо сделать. А-а-а. Неправильно. Так. Еще раз. Плюс, плюс. Вот так. И немножко его уменьшим. S. Так. Нет, это не пойдет. Вот, надо было как твою. Ну тогда он и то, и другое выбирает. Вот елки. Засадец какой. Ctrl. Нет. Ctrl минус. Так, двигаем S. Делаем чуть потоньше. Так. То же самое делаем с этой. Ctrl плюс. И эту часть S делаем поменьше. Смотрим сверху. Можем еще меньше сделать. И вот точно подогнать под нижнюю. Готово. Так. И еще я сейчас, наверное, выберу вот этот низ. Где-то вот. Насквозь. И надо выбирать B. Для чего у нас существует? Именно для этих вещей. Давайте потянем чуть вниз G по Z. Вот так будет правильнее. Все. И я вам скажу, что еще мне понравилось в китайском. Но не понял, как я это сделал. Сейчас покажу. Так, убираем это. Идем в Edit Mode. Вот, да? Ой, а что это у нас? Я не собирался, она была выделена, ребят.
Ладно, попробуем сейчас убрать ее. Вот это. И П. И теперь мы можем убрать отсюда. Нет, отсюда не надо. Секунду. Здесь все нормально. Вот этот мы сейчас уберем. Выйдет в объект моли вот этот. Так, не хочется, что ли? Вот интересное кино. P, Select P. Все. Он должен у нас быть вот этот отдельно от всего. И у него, если убрать Apply. Да, все. Теперь все нормально. Итак, мы берем этот звезд. И нам еще надо кое-что сделать, я забыл. То есть мы берем сейчас, поднимаем его наверх, смотрим сбоку на него, понимаем, что он плоский. Да? Мы же понимаем, он плоский. Так, убираем все, кроме него. И смотрим. Да, он довольно-таки плоский, этот палец. F. Заходим в Edit Mode. Выбираем эти ребры. И говорим F. Когда мы F сделали, вот тогда нам уже намного легче. Мы просто скажем E и по Z. Туду-туду-туду. Короче говоря, что он сделал, этот брат по разуму? Он взял эту звездочку и как-то загнул на этой площади. Хотя здесь у нас она прямая, но у него какая-то она такая немножко загнутая. Я думаю, он специально это сделал, полукруглая. Давайте мы тоже сделаем, а то слишком просто будет. Так, так. Ну и что? Объект, вот этот объект, вот у нас и edit, да? Давайте попробуем тогда мы возьмем вот эту секцию селекцию, да? И скажем Ctrl R раз и ее по оси Z того немножко так. А теперь вообще S. Вот так. Сделать ее более такую кругловатенькую. Вот такую можно сделать, вот такую, какую хочешь. Мне интересен именно вот этот момент, ребят. Что на эту полукруглую вещь посадил звезду плоскую. Ну, я думаю, по времени уже много. Да, 18 минут. Это мы сделаем в следующем видео. Может быть, утром. Я пойду еще поучу китайский. Пока.